Ростовца в Улан-Удэ впервые проходит фестиваль электронной музыки ProExperience 2019. С 9 вечера до 6 утра в парке Шанаева будет жарко. Выступления диджеев, яркие софиты, шоу с акробатическими номерами, гоу-гоу и очень громкая музыка. Развлекательная программа пришлась публике по вкусу. Круто на самом деле. И каждое бы воскресенье и субботу было бы вот так вот, было бы просто шикарно на самом деле. Да, вечеринка хорошая, очень весело. Очень весело. Музыка вообще отличная. Да очень хорошо, когда есть такие фестивали. Я думаю, что про наш поселок Загорск говорят, что это там где-то далеко и давно. А у нас получается вообще здесь классно. Не в городе Улан-Удэ, а у нас в поселке Загорск такие праздники происходят. Здесь вообще кайфово. Вообще классно. Мы отдыхаем душой и телом. А вот Фугао Форевер. Круто. Но музыка нравится. Да. Очень, очень. А иначе бы нас здесь не было. Если бы не было такого, мы бы не приехали сюда. Вот так вот он. Из-за плохой погоды желающих посетить фестиваль не убавилось. Казалось, дождь был только на руку разгорячившейся толпе. Для всех желающих крытый фудкорт и зоны отдыха. Музыка объединяет все. Улан-Удэ, Красноярск, Москва, Гонконг. Диджеи изо всех уголков света приехали сегодня в Улан-Удэ, чтобы зажигать до самого утра. Мы будем играть разную музыку, хип-хоп будем играть, там какую-то рэвовую музыку. Каждый из лайнапа, диджеи, они все представляют из себя какое-то стилистическое такое представление, и они просто делают хорошую музыку, ребята. Будет очень жарко. Музыка, она возраста не имеет вообще, в принципе. Но я считаю так, что нужно уметь отдыхать и прививать хороший вкус к музыке в любом возрасте. Ну, все очень хорошо, просто немного погода подкачала. Так, я думаю, было бы намного больше народу. Ну и, в принципе, сейчас для нашего города неплохо. Каждый из вас чем удивит? У кого какая изюминка? У меня голова панды. Большая такая. Предпочтительно музыкант, поэтому буду удивлять эксклюзивной какой-то музыкой и что-то в этом роде. Диджеи играли до самого утра. Публика также не расходилась. На всякий случай все это время на территории парка бесперебойно дежурил наряд полиции. Елена Нечаева, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ.